Так, всем привет, на моем 21-м стриме, и мы продолжаем проходить игру Pokemon FireRed. Это уже второй стрим по этой игре. Так, что же было в предыдущей части? Мы дошли до... На стадионе в Пьютер-Сити много сильных тренеров, нужно подготовиться. В общем, мы дошли до города Пьютер-Сити. Нашли там лидера стадиона Брока и его Джоадуда. Победили его, получили каменный значок. Отправились, в общем-то, дальше. Дошли до Лунной горы. И, в общем-то, до конца я Лунную гору не прошел. Не хватило времени. И вот, продолжаем с этого места. Так, надо вспомнить, что у меня там с покемонами. Дохлые, понятно. Один Чермиллион, в общем, должен затащить все. Ладно, пойдем. Так, ты кто? Стой! Я первым нашел окаменелости, а они обе мои. Это мы еще посмотрим. Мигуэль! Давай сразимся. Граймер? Оу. Не-не-не, какая Петрила. Чермиллион. Я, правда, не знаю, огонь против него как. Но у него мегакоготь есть, в принципе. Он умеет твердость? Ну-ка, мегакоготь. Ух. Вообще не проблема. Да просто когтями. Готов. Кофинг? Нет, я не хочу заменить покемона. Мега коготь. Так. Не то, что прям сильно эффективно, но и не слабо. Угли попробовать можно. Ой, угас загорится. А, точно. Ого, сколько опыта. Волторп? Это кто? А, опять забыл, то, что там Б на конце, меня это сбивает. Так, ну давай мегакоготь. Не очень эффективно, да я бы не сказал. Визг. Защита существенно снизилась. Так, слушай, так не пойдет. Давай, надо добить. Да как не очень эффективно, почти все жизни снес. Так, просто когтем тебя уже добью. Все. Ладно, поделим их. Мы возьмем по окаменелости, забирай свою. Вот это. Каменный винт. Каменный шар. А что это такое? Ну давай шар возьмем. Не знаю. Чудно, тогда это моя. Хм. Так, а, тут может описано теперь. Так. А где это? Каменный шар. Окаменелость древнего покемона, жившего на океанском дне. А, ну на дне это наша. Наша тема. Противоядие. Так. О, мы прошли Лунную гору. Отлично. Ага, Церулин направо. Так. Вы кто, сразиться хотите? Пинок колоссальной силы, в нем всеразрушающая мощь.
Когда нужно переломить ход битвы, мегапинок – незаменимая атака. Тоже так думаешь? Тогда давай учить его покемона. Давай. Эту атаку можно выучить лишь однажды. Продолжить? Почему нет? Какого покемона обучить? Мегапинок, говоришь? А, не может. Чермилион может. Но я не знаю, я что, сюда еще возвращусь, что ли? Ну, в принципе, я думаю... Ладно, лучше сейчас выучить, потом и так будут прокачанные, наверное, покемоны. Пусть учит. Пытается выучить мегапинок. Но Чермилион уже знает 4 атаки. Да, наверное, заменить. Я рык вообще не использую. 5 из 5 всего. А, вот, рык. Смутить врага грозным рычанием. Снижает атаку врага. Размахнуться и нанести сверхмощный удар ногой. Да не... Мне кажется, рык можно удалять. Или коготь удалить. Не, рык удалю. Не пользуюсь вообще. 1, 2 и... Вуаля! Чермилион забывает рык. И... Чермилион выучивает мегапинок. Теперь вы вместе на пути пинка. Тебе следует уйти, прежде чем тебя заметит тот самодовольный кретин, который практикует простые удары кулаками. Удар невероятной силы, в нем всеразрушающая мощь. В решающий момент мега-удар — лучшая атака. Ты тоже так думаешь? Давай я научу этого покемона мега-удару. Ну, меня, наверное, больше не может, да? Ну, тогда ладно. Так. Чё тут? Так, Цирулин где-то рядом уже должен быть. Так, тут сверху что у нас? Ничего. Так, тут что лежит? ТМ-05. Рёв. Да кому мне этот рёв учить? Так, как тебе пройти? Опа. Так. Внизу там травка, я не знаю. Но там будут нападать. Я, наверное, вначале... Не, ладно, сходить. Вдруг там что-то лежит классное. А, да ничего вроде не лежит. И вообще это то же самое. Цирулин. Ты собираешь энциклопедию покемонов? Забавно. Это что, велики? Новенький велосипед. Магазин велосипедов. Трава и пещеры не преграда. Я хочу красный велосипед. Я буду держать его дома, чтобы не испачкать. Так. Велосипед — это круто, но дороговато. Мне нужен городской велосипед. В конце концов, на горный велосипед не поставишь корзину для покупок. Привет, добро пожаловать в наш магазин. Нужен велосипед? Сколько стоит? 1 000 000 рублей? В другой раз, пожалуй. До свидания. Так, что за табличка? Памятка тренера. Покемоны могут носить вещи. Некоторые вещи покемоны даже могут использовать во время сражения. Ну, понятно. Так. Город с таинственной синей аурой. О, это же слоупок. А, это слоубро. Слоубро, используй звукоудар. Давай же, слоубро, внимательней. Ну, он слоу же. Эх, так мало времени и так много дел. Не знаешь, где можно развеяться? Без понятия. Да вон в Лунной горе можно развеяться. Ты кто? Если бы там не сидел Слоубро, можно было бы срубить деревце и пройти той дорогой. А так придется искать обходной путь. Ну вообще-то мне даже нечем срубить это деревце. Да потому что надо было...
Все, надо искать, где покебол купить, и идти обратно в лунную пещеру, ловить нормальных покемонов. Будет и с прокачкой тайм. Только лучшие тренеры могут собирать значки. Я вижу, что ты собираешь их. А ты знаешь, что у каждого значка есть свой секрет? Ну, про какой значок тебе рассказать? Ну, давай каменный, он у меня есть. Атака всех твоих покемонов немного увеличится. Также твои покемоны смогут использовать свет вне боя. Ну, про какой значок тебе рассказать? А, блин. Ну, водяной. Покемоны до 30 уровня, полученные по обмену, будут слушаться тебя. Также твои покемоны смогут использовать разрубание вне боя. Громовой. Скорость всех твоих покемонов немного увеличится. Также твои покемоны смогут использовать полет вне боя. Радужный. Покемоны до 50 уровня, полученные по обмену, будут слушаться тебя. Также твои покемоны смогут использовать мощь вне боя. Золотой. Защита всех твоих покемонов немного увеличится. Также твои покемоны смогут использовать плавание вне боя. Сердцевидный. Покемоны до 70 уровня, полученные по обмену, будут слушаться тебя. Также твои покемоны смогут использовать раскол вне боя. Огненный. Спецатака и спецзащита всех твоих покемонов немного увеличится. Также твои покемоны смогут использовать водопад вне боя. Интересно, для чего это надо? Земляной. Все покемоны будут слушаться тебя. Выход. Заходи в любое время. А, выход это выход. Я думал, это значок как называется. Так, и зачем мы сюда вышли? Тут же ничего нет. Так, тут кто живет? Я придумал множество сочетаний фруктового порошка. Используя хорошие порошки, я могу создать любой препарат. Скажи, ты интересуешься фруктами? Допустим. Зачем ты врешь мне? Сколько у тебя фруктов? Ни одного. Ну, извини. Надо было соврать же хоть раз. Дробитель. Скорость дробления. Странно, что это такое. Наверное, что-то с мультиплеером связано. Так. А, у меня ж бег есть. Ой. Йоу, Эш. Как твои успехи в ловле покемонов? Я собрал команду из самых сильных покемонов. Сейчас я тебе продемонстрирую. О нет, ну я их еще не полечил. Эш. Да я не полечил их еще, да подожди. О, у меня ладно, у меня лекарство есть вроде. Пиджиота. 17 уровня, да ты че? Обалдел, что ли? Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас подумаю. Так, летающий покемон. Ладно, пусть пока выходит Чермиллион, я думаю, он его испепелит. Нормально. Угли. Да, что-то он нормальный такой. Мега коготь. Вихрь. Угли. Отлично. Бедрило 12 уровня. Чермиллион 20 уровня. Чермиллион пытается выучить густой дым. Так. Густой дым. Пустить облако черного дыма. Снижает меткость врага. Да нафиг она нужна, да? Я думаю, вообще ненужная вещь полностью.
Да, наверное, не буду ставить. Не изучать густой дым, да. Так, Сквиртл выпускает. Да, заменить. Пусть. У него прокачанный Сквиртл по-любому. Так, ну пусть Нидоран попробует, надо только вылечить успеть его. Только бы успеть вылечить. Восемнадцатого уровня? Не, мне кажется, шансов нет, но все равно попробую. Так. Зелье использовать. Мало. Толчок. Бой. Два пинка. Ох. Даже не успел атаковать. Бедрила. Лечись. Ну что-то у него сильное тут. Она боится? О-о-о. Так, жало. Отступление. А-а-а. Жало. Отравись давай. Так, еще жало. Понятно. О, повезло, ладно, меняю. Видимо, без Чермилина не обойтись. Но он как бы вообще-то огненный и боится воды. Нет, его точно полечить надо. Ой. Зелье. Уже три зелья израсходовал. Да, вот водомет эффективен. Очень эффективен. Ладно, рискну. Так. Мега коготь. Ах! И все, готов. Удаляй-ка. Ну, по-моему, все. Попробуй вылечить. Но мне кажется, это готов просто. Вода эффективна? О, да, на такого слабого все эффективно. Ну, вихрь. Да. Да. О, ра-та-та. Давай быстро удар. Да ну, это жесть. Ну все, осталось только бедрило. Ой. Ну, типа, полечу так, ну, чтобы сделать попытку, что... А, нечем лечить, понятно. Леденец. Эликсир. А-а-а. Ну, попробуй Чермиллиона тогда вытащить. Но все равно не затащит. Ну, угли давай. А, мегапинок надо попробовать еще. А, ладно, угли работают. Ой, водомет опять. Да ладно, кошмар. Ну все. $320 ему кидаю в рожу.
Эш несется в покемон-центр, спасая своих истощенных покемонов. Для начала давай вылечим твоих покемонов. Твои покемоны в полном порядке. Так, ну я не знаю, о чем мне отсохраняться или так сойдет. В принципе, я что, потерял только деньги и все? А я могу с ним еще раз сразиться? А, вон я где начал, почему? Типа я не открыл тот центр? Нет, тогда точно загружаюсь. А как загрузиться? Выход, да? Нет. Что такое это? Перезагрузка, что ли? Ну ладно. Бывает. Не, ну это, конечно, смешно смотрится, что он убежал в покемон-центр, который находится на другой стороне Лунной горы, при этом он был без покемонов. Как он вообще там пробежал? Да, понятно, понятно, понятно. Так. Опять с этим сражаться. Ну я читать диалоги не буду второй раз тогда. Так, Граймер. А, у меня ж все дохлые. Ну, чё, Чермилин пусть хлопочет. Чё, запрет использует? Так, давай угли. Так, защиту все делает. Ну еще угли. Готово. Кофин. Нет, не замени. Мега коготь. А, на него же огонь эффективен, точно. Ядовитый газ. Натравил. Ладно, вначале закончим с ним. Угли. Кто там у него третий-то? А, Волтер. Да нет, не сменить. Только надо противоядие получить. Так. Яйца. Да. Заряд. О, у меня первый раз электрическая атака и атакует. А, это еще не атака. А, да мега коготь. Так, еще накапливает заряд, надо его быстрее валить. О. Он даже не взорвался напоследок. Ладно, поделим их. Ну да, я тоже читал их. Ну что, опять шар возьму. Кто тут? Парас. А, какой она же дохлая. Ну, паралич. Чермилион. Да, когти, это ерунда. Вот угли на тебе. Все. Бедрило 12 уровня.
Тор, привет тебе еще раз. Так, Джадут атакует. Да нет, она же пролечит. Чермелин. Толчок. А, дай мега коготь на. О, ваншот. Противоядие, отлично. Все, вышел опять я из этой пещеры. Так. Буду ли я учить эту атаку? Да, буду, только какую из них? Удар невероятной силы. Когда выйдет? Я пока не знаю. Сейчас... Ну, в общем, не знаю. Я как бы хочу, в принципе, наверное, разбавлять стримы, но... Пока не определился, в общем, с этим. Так, посмотрим, что эта атака делает. Не, ну Тор, ну ты же понимаешь, что в Зельде там, особенно в первой части, там я страдать буду. Так что как бы это... Меньше всего хочется. Так, мега-удар. Размахнуться и нанести сверхмощный удар кулаком. Сила 80, точность 85. Ок. 80-85, а у тебя? Да, Чермилия. Это и нужно, а то играешь всякий софткор. Да нет, для меня это не так уж и софткор, я же вообще в JRPG не очень. Сила 120, точность 85. Но всего лишь 5 раз можно использовать. Размахнуться и нанести сверхмощный удар ногой. Я думаю, мегапинок сделаем для самых сложных врагов. А, нет. Какую забыть? Рык забыть. Раз, два и вуаля. Выучивать мегапинок. Все, мы на пути пинка. Так, тут вроде ничего не было, да? А тут тоже. ТМ-05, рев. Что у нас рев делает? Ой. Рев. Заменить покемона противника. Дикого покемона просто прогнать прочь. А-а-а. И кто это может выучить? Никто. Понятно. Так, сюда тогда идем. Ну, я думаю, можно сохраниться на этот раз, а то... Мало ли, опять. Так, что я тут уже заходил везде? Велосипед предлагают за 1 000 000 купить, но это вообще перебор. Жесть полная. Так, тут что у нас? А, ну ты со всеми уже разговаривал. Как там Боша поживает? Да никак, я, в общем-то, больше не играл. Спрей не просто отгоняет диких покемонов, он воздействует на слабых покемонов. Поставь своего самого сильного покемона слева в списке, чтобы усилить эффективность спрея. Кстати, мне нужно... Да, мне нужно вообще подлечиться еще. Могу вам помочь? Ну, наверное. Покебол. Сколько нужно? До хрена. Так. Ну, 5, я думаю, достаточно. Вообще мало, но пока что хотя бы это.
Да, 1000 рублей. Суперзелье. Распилите с медицинской жидкостью, восстанавливает 50 HP одному покемону. Ну, вообще классная вещь, но... как бы... дорого. Просто зелье. Но зелье тратит целый ход. Даже не знаю. Ладно, куплю одно зелье. Ну, супер, в смысле, зелье. И... ой, не. 4. Не, ладно, 5 обычных зелий. Противоядие. 4 штучки. Антипаралич. Дорого, 3 штучки куплю. Так, будильник. Ну, один у меня есть, один куплю. Пока что не пригодился. Антиожог. Хотя бы один. Так, трос, спрей. Баллончик т-т-т-т. Да не надо. Наоборот, мне сейчас нужно. Рассказывай сюжет покемонов? Или где, я чуть не понял. Ты знаешь что-нибудь о леденцах? В магазинах их не продают. Я слышала, что леденцы стимулируют рост покемонов. Но у меня, да, есть один вообще-то. Боже, сюжет. Хорошая шутка. Ты тоже тренер? Коллекционирование, сражения. Это не просто, правда. Это не просто, правда? Покецентр, ну наконец-то. Убила много покемонов. Даже редкие имеются. А ты не смотрел аниме первое? Еще у нас показывали в России его. В 2000, по-моему, году. Ты знаешь Билла? Все говорят, что он покеманьяк. Я думаю, ему просто завидуют, ведь Биллу действительно есть чем похвастать. Это Билл. Я слышал, что он на все готов ради редкого покемона. В смысле, где? Вот это Билл? Нет, это же девчонка какая-то. Зайди наверх, поменяйся покемонами с друзьями. Можно выменить какого-нибудь редкого покемона. Покемон, которого ты получишь по обмену, еще и будет быстрее расти. Ну так там, я так понял, мультиплеер. Секретная инфа. Привет, меня зовут Тиала. Должно быть, ты первый раз здесь. Я объясню, как работает система беспроводной связи. Для начала я расскажу о втором этаже нашего покемон-центра. Подойди сюда. На втором этаже покемон-центра есть две комнаты. Сначала о комнате слева. Это комната Союза. Ты сможешь присоединиться ко всем, кто также вошел в комнату Союза. Там можно общаться, торговать и сражаться. Комната справа – личная комната. В этой комнате можно обменяться покемонами с друзьями или устроить поединок. Если беспроводной адаптер не устанавливает связь, можно подключить соединительный кабель. ГБА. Ну понятно. В этом случае проходи в личную комнату. Надеюсь, тебе понравится система беспроводной связи. Не, идея хорошая, но дело в том, что я играю на эмуляторе, и у меня нет ни одного друга с ГБА. Кто бы еще играл, тем более, в эту игру. Ну, так, в общем, это, если ты смотрел, ну, как бы это, сюжет такой же. Ну, Эш получает, ну, как вообще тут не обязательно Эш, ну, да, как бы это я его так назвал просто, как бы, потому что в аниме я так, ну, что придумывать что-то. Ну, как бы он получил своего первого покемона в 10 лет, то же самое. Так, это я читал. Ну, подправился, это, в лиге Индиго участвовать. Но перед этим нужно собрать 8 значков. Стоп, я забыл самое главное. Я же не вылечил покемонов-то. Или вылечил? Что-то я уже забыл. Не вылечил. По сетке? С тобой? Ну, хочешь, давай.
Да, вылечит. Все, полностью здорово. Так, это ты кто? Этот дом недавно ограбили. Очевидно, что за этим преступлением стоит команда R. На поимку воров брошены лучшие силы полиции. А ничего, что он прямо сзади дома стоит? Встречай, прокинул. О, ты прикольный вообще. Бывает, да, чё ж поделаешь-то. Так, ну я иду в пещеру. Ой, тупик. Обратно в пещеру ловить покемонов. Во-первых, я Экконса сейчас поймаю. Если, конечно, не свалю случайно. Не, ну извини, я тебя шокировал, наверное, да? Таким предложением. Так. Наскок. Экконса сильный, 10 уровня, неплохо. Все, можно ловить. Не-не-не-не, ну зачем? Зачем ты пятый раз ударила? Ну хороший такой Экконс напал. Да этот мне не нужен. Пусть вон этот... Кто там самый слабый? А, вообще-то Бедрил еще тоже слабый. Ну да, давай его нанжал. Нормально. Наскок. Так, три раза только. Вот когда надо, что-то мало бьет. Да ты чё? Надеюсь, запомнишь. Да ладно. А, есть шанс сменить, отлично. Пиджа. Вихрь. Клавиатуру не залил? А то потом комбо не сможешь в финалке делать. Вообще тут Экконс, можно его поймать, в принципе. Надо найти. Вот. Ну почему 6 уровень? Ратата. Залил, блин. Прочищай, пока не все липкое не стало. Так, гиперокус. Так, быстрый удар. Ну видишь, зато теперь ты знаешь, что на стримах не только стример страдает иногда. Спиру? Да это же надо ловить. Да не ты. Нидоран. Я, кстати, забыл, я Экконса не поймал, заговорился. Ну, брат, там 6 уровень был, вообще неохота. Вот этого надо ловить точно. Два пинка. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, как раз таки, если еще два пинка сделать, то он не сдохнет. А как раз там чуть-чуть останется.
Так. Да, я думаю, он готов. А, где там у меня? Покебол. Отлично! Спиро мой. Спиро, птичий покемон, никогда не сидит подолгу на одном месте. Не стоит недооценивать его зеркальную атаку. Буцик, привет! Кличку? Не. Стоп, а я теперь, если это, покебол я могу использовать, если у меня 6 покемонов, или мне нужно вручную пойти, отнести его там, сдать? Такой вопрос. Я не знаю. Так, защита снизилась. Гиперокус. Это мой ротата промахнулся. Так, быстрый удар тогда. Ого. Я не читаю бедрила не так, как надо, ну... Не, читать нормально, а вот когда в аниме переводили именно вот профессиональную озвучку там ОРТ, ну там да, немножко так звучало. Не очень. Так, где тут был Pokemon Center? Так, давай, вылечу всех. Все, готово. Пойдем тестить Спиру, заодно пытаться поймать Экконса 10 уровня. Так, давай, кто? Да ну, я просто убегу, ну, я не знаю, достал тра-та-та. Хотя 10 уровня неплохо опыта дадут, ладно. Последствия коллапса исправил, ну отлично. Спиро, давай протестим тебя. Так, что ты умеешь? Выпад? Нормально. Злой взгляд. Ой-ой-ой. Да, недооценил. Нидоран. Выпад. Так, выпад. Все. Ну ладно, я так понял, мне Экконс не попадется. Не, ну так как я хочу Экконс все-таки поймать, я убегу. Не удался. Я думал, он убегает всегда нормально. А тут еще и типа удался, не удался. Ладно, все, не буду убегать. Так, жало. Да-да-да-да, ты куда? Так. Пусть тогда Пиджи идет. Надо уже, чтобы Пиджи в Пиджот эволюционировал. Давай. О, воровство. Ну-ка. Да ты куда такой сильный-то? Так, вихрь. Сейчас он еще Пиджи делает. Нет?
Ладно, попробую еще вихрь. Да что ж. Вот я краб. Ладно, не таран, давай. Выпад. Они же опыта не получили, и смысл от этого боя. Ну вот Нидоран сейчас весь опыт себе возьмет. Всего 49. А, но тем не менее, Нидоран 14 уровня. Ладно, придется опять нести в покемон-центр. Ладно, хоть тут недалеко. Не, и все, тогда пойду сейчас из покемон-центра в этот... лунную эту пещеру. Краб мягко сказано, ну да, но я же первый раз играю. И вообще не мастер JRPG. Ну да, пару финалов прошел, но как бы... Не, я не мастер таких игр. Так. Возвращаемся. Стоп, а я возвратиться не могу? Подожди. Прикольно, я не могу туда возвратиться-то. Тут же тоже закрыто все. Да. А я думал, сейчас пойду там поналовлю покемону. Ну ладно. Жало. Тогда надо Экланса точно поймать. Че он тут ползает? О, отравил Ротата. Наскок. Не добьет. Добил? О, нормально. Так, надо посмотреть, кто у меня сейчас самый слабый. Спиро, ну пусть это он первый всегда выходит. Потому что кто первый выходит, он опыт получает всегда. Ну, если, конечно, не свалится. Да, я не могу назад вернуться. Да, прикольно. Да где Эконс-то, ну? Не, я поймаю Эконса. Главная раскачка, ну, я уже понял. Спиро 10 уровня против Спиро 10 уровня, интересно. Он мне снижает атаку, я в это время его уже атакую. У него уже меньше половины. Но, по-моему, он неправильную стратегию выбрал. Вообще, потому что у него тренера нету. Эконс, Эконс, ты где? Да что ж ты. Ладно, это прокачку будем считать. А, выпад. Так, дадим кому-нибудь еще подраться. Кто там дно? Фиджи? Ты раскачался, ВФ меня никто пробить не может. Ну, да. Но ты подожди там еще, Тор, ВФ. Не знаю, может, у тебя не будет проблем, конечно, но там дальше, знаешь, будет кое-что. Не буду тебя спойлерить. Вот, вот, вот. 10 уровня, отлично. Так, давай-ка выпад. Так, аккуратненько, не завалить. Так, я могу его вернуть? Время захвата. Так, бедрило. А, не может быть отозван. Тогда выпад. Попробовать поймать.
покебол. Вылезет, да? Поймал. Отлично. Эконс пойман. Все, 10 уровня прям сразу. Эконс, змеиный покемон. Часто встречается на полях. Почувствовалась опасность, Эконс угрожающе щелкает своим языком. Языком? Я вообще думал, эти такие змеи хвостом щелкают. Кличку нет. А, вот, вмещается в ячейку ПК Билла. Лунария, ты им поешь, староходов убиваю. Не, ну я говорю, я не знаю, может быть, вот ты как бы сейчас прокачаешься. Ой, не знаю, зашел. Так что у тебя не будет проблем, но. Как бы. Просто ты еще самое сложное не видел. Так, и я, наверное, хочу заменить покемона. Хочу я концу. Так, вот этот комп, да, для замены. ПК Билла. Двигать покемона. Нет, ты пол игры, по-моему, не прошел еще. Где-то треть. Так, Экон соберу. Подожди. Забрать. Ну как тогда? Поместить. А оставлю тут. Вот у меня Спиро и Пиджи. Наверное, Спиро оставлю. Так. Так, а Эконс забрать. Вот. Пока профессора Ока, и что там? База покидается. 28 покемонов обнаружено, и 10 покемонов поймано. Ну что ж, ты, наверное, пути. Я дал одному из своих ассистентов НМ света для тебя. Ты можешь забрать ее. О, что это такое? Прервана связь, пока профессор Ока. Да все. А что ты, почему ты начинаешь уже запекать от покемонов? Не, ну в смысле, я помню, ты говорил, что ты вообще даже смотреть типа не будешь. Ну как бы, не вижу тут чего припекать особо. Йоу, Эш, как твои успехи в ловле покемонов? Я собрал команду из самых сильных покемонов. Сейчас я тебе ее продемонстрирую, Эш. У меня 6 покемонов, у тебя только 4. Что-то ты не очень. Зато у тебя 5 живота 17 уровня, неплохо. Так, Чермиллион. Мега пинок. Оп, нормально. Угли. Не добил. Когти. Промахивается. Ладно, надо оставить Чермиллиона на Сквиртла. А сейчас пусть Ван Эконс идет. Ого. Жало, но я думаю добьет. Да ты чё, прикалываешься? Ну ладно, Эконс, это не твой день. Ратата. Толчок. Да, фейспаут.
Чермилион 20 уровня. Пытается выучить густой дым. Нет, я помню, что густой дым это не очень. Не изучать густой дым, да. Так. Ратата 14 уровня. О, у него тоже ратата. Пока что не хочу заменить. Посмотрим, какого у него уровня там. Всего лишь на один уровень выше, чем мой. Тогда давай гиперукус. Ух, нормально. Быстрый удар. Вот и все. Опа, а вот Сквиртл это проблема, да? Хочу заменить покемона. С этим сможет справиться только Чермилион. Так. Давай мега пинок. Промахивается. Ты прикалываешься? Мега пинок. Да ты... Хорошо, мега коготь. О. Угли. Что-то вообще ничего не эффективно. Я рассчитывал на мега пинок. Ого, как эффективно. Ну да, вода очень эффективна. Мега пинок еще раз, давай. Ну наконец-то. И все равно это не очень эффективно, а Чермилион лежит. Да. Вот дно-то. Я опять его не пройду? Да это жесть. Может Ратата что-нибудь может сделать? Гиперукус. Ну, в принципе. А вода на него? Да вода сильная, конечно. Давай еще гиперукус. Но он не доживет. Да, надо было подлечиться, наверное. О, Нидоран. У меня воскрешалка одна есть. Два пинка. Ого. Ой, как слабо. Ой, как слабо. Да он сейчас даже не сможет ударить, подожди. Как покемастер не торт, ну да. Зелье. А то сейчас он водометом просто вынесет. А, смысл, он потратил мне больше, чем я вылечил, да. Ну давай выпад напоследок и можешь лежать. Даже не успеет сделать. Понятно, в общем, я не докач. Либо просто дно. А, ну давай вихрь. Да что же он такой крепкий-то, а? Вихрь! Ну, один удар ему остался. Ох, жесть. Бедрила. Жало. Ну, наконец-то. Но у него еще что-то есть. Бедрила 13 уровня. Абра? Не, ну это... Не знаю, насколько у него сильный Абра, но... так... Где у меня было... Эликсир, да? Да. Ну, Чермилиона, конечно же, вылечу.
Телепорт? А куда телепорт-то? Я что-то не понял. Давай на скок сразу. Не сработало. А, это у него не сработало. Ну, нормально, кстати. Я думаю, это не так сложно, как Сквиртл. Жало. Почему он телепортироваться куда-то пытается все? Давай еще жало. О, да что-то он дно. Ну, Сквиртл самый сложный был. Все. Фух, еле-еле. Можно было воскрешалку не юзать, блин. Эй, успокойся, я уже повержен. Я был у Билла, и он показал мне свою коллекцию редких покемонов. И я занес их данные в свой покедекс. Билл известен по всему миру как покеманьяк. Это он разработал систему хранения покемонов на компьютере. Ты ведь пользуешься его системой, так что сходи, поблагодари его. Ладно, я пошел дальше, увидимся. А, да, верно. Мне жаль тебя, серьезно. Ты все время позади меня. У меня есть для тебя кое-что в подарок. Дневник. Мяу-мяу, привет. А, повезло, да? Ну ок. Эта штука пригодится тебе. Мне это ни к чему, я и так все помню. Теперь я действительно ухожу, пока. Ну, Рифтоман, привет. Ну да, часть 2 все еще цирулин, а что? Я первый раз играю вообще, я даже в подобные игры не играл. Так что, по-моему, нормально. Так. Что только что он мне дал? Дневник какой-то? Устройство, запоминающее все увиденное и услышанное о важных людях. Устройство? Дневник — это уже устройство, да? Ну, понятно. А. Так, понятно. Парень. Любит покемон. А, вот этот вот чел это бил. Так, где тут Билл, значит, входит? Так, во-первых, пойду всех вылечу. А, вон там, что ли, Билл слева? Так. Сохраняюсь. Вот ты бил? А, это я читал. Так, магазин. А, вот это бил, наверное. Ты тоже тренер? Коллекционирование, сражение, это не просто, правда? Ладно, пойду в стадион, наверное, вначале схожу. Йоу, будущий чемпион, позволь напутствовать тебя. Мисти использует водяных покемонов. Травяные покемоны могут высосать из них воду. А электрические атаки просто испепеляют водяных покемонов. Но у меня нету электрических, а травяные... А, дом Билла далеко по дороге на севере? Но мне вначале, я думаю, надо здесь, на стадионе сразиться. Без одиши не осилю? Ну ладно, то есть я должен тогда пойти туда, вперед. А, ну ладно, значит, мне вначале на север надо идти, ну хорошо. Ой, да, у меня просто, я уже говорил, у меня крестовина не очень, поэтому иногда бывает, что вот бегу-бегу, потом раз, резко сменил направление. Ты кто? А. В народе этот мост называют золотым. Если одолеешь 5 тренеров, то получишь ценный приз. Справишься? Без проблем. Наверное.
А Пикачу тоже можно, да, поймать? Так, Кейл. Катерпи, да ты чё? Не, я не буду Чермиллиона тратить на Катерпи. Пусть его Некон сидят. Так. Захват. Так, взять захват. Клей. Жало. Так. Ну а от захвата урон, честно говоря, вообще ни о чем. Злой взгляд. Я забыл, что злой взгляд делает. Снижает что-то. А, защиту снижает. Но он освобождается от захвата. Жало. Так, скорость снизилась. Ну и еще одно жало. Все. У него еще что-то есть? Или нет? Метапод, ну это... Нет, не хочу заменить, потому что метапод это... покемон для раскачки, по-моему. Жало. О, отравлен. Я думаю, можно еще кого-нибудь выпустить, раз отравлен. Вон, Пиджи. Хочу уже, чтобы Пиджи эволюционировал. Хочешь, нужно докачивать где-то до 16 уровня минимум? То есть что, реально я не затащу этот стадион без этого? Неужели там настолько сложно? Так, благодаря способности брос кожи, ага. Ну-ка, воровство. Вихрь. Вообще, конечно, хотелось бы, честно говоря, попробовать этот стадион затащить, но чисто как бы вот увижу, что да, я дно, и после этого понять, что да, нужно идти. Ну ладно, в принципе, на слово поверю. Так. Ну что, уровни будут, нет? Видел. Стария 20 уровень, Старми 21 уровень. Оо, да, и к тому же Чермиллион там вообще-то делать нечего. Понятно. Не, заменить пока не хочу. Так, а у меня по сути травяной их даже нету. Экон же не считается травяным? Или считается? Но он слабый у меня очень. Так, вихрь. Ваншот. Пиджи 13 уровня. О, быстрый удар пытается выучить, но у него уже есть 4 атаки. Ну-ка посмотрим. Толчок. Так. Снижает меткость врага. Украсть вещи врага, если у атакующего нет своей вещи. Я вот это не понимаю, у меня воровство ни разу не сработало. Оно только чуть-чуть здоровья тратит. Вот, и... как бы... не знаю, воровство это какая-то странная атака очень. А быстрый удар это вроде неплохо. Хотя сила 40. Ну да. Наверное, вместо толчка можно. А, на чанте сработает. Я думаю, вместо толчка можно. Точность 95, а тут точность 100. Сила 40, а тут 35. Ну, по-любому. Я думаю, по-любому вместо толчка можно.
Один, два и вуаля. Пиджи забывает толчок. И Пиджи выучивает быстрый удар. Кейл выпускает кокуна. Заменить нет. Спокойно проходил Мисти одним червелем 21 левел, ну ладно. Но я послушаюсь, наверное, совета Одиша на эту. Кстати, ОВК, привет. Ну, 17 уровне только эволюционирует. О, долго еще. Так, попробуем быстрый удар. Нормальненько. Ну и нормально, с трех ударов затащит. Вообще, есть ли какая-то разница, если я, скажем, одного врага убиваю несколькими покемонами или одним, в плане получения опыта? То есть, или как бы я могу на каждом враге просто взять, последовательно вызвать всех покемонов, и тогда они просто получат все уровень, даже если не атаковали ни разу. Я вот это не очень понял. Впечатляюще. Я вторая, готовься к бою. А, общий опыт делится. Так, Эля. Пиджа? Ну давай. 12 уровень. А, нет. Чермиллион не надо. А у меня Пиджа 13, ну пусть тогда идет. Так, вихрь. О. Быстрый удар. А, он быстрый удар не знает. Быстрый удар. Одиш. Да, хочу заменить, а то Пиджи уже там не очень себя чувствует. Вон, Ротата пусть выходит. Ну да, я уже понял, что быстрый удар, он на то и быстрый. Гиперукус. А Ротата не травяной, да? Ну да, в принципе, какой он травяной? Это какой-то такой... Не знаю даже какой... Полевой, да? Типа того. Быстрый удар. Дренаж. Кстати, неплохой дренаж, в принципе. Но быстрый удар решает. Беллспраут. Заменить? Нет. Гиперукус. О, нормально. Плети. Так, быстрый удар. Ратата 15 уровня. Как? Я проиграла? Я третий, легко не будет. Тимми. Сэншу. Так. Ну ладно, пусть Чермиллион хоть раз-то... Пусть Мегапинок сработает. О, нормально, в принципе, учитывая, что Сенсу 14 уровня. Угли. Ну, я уже понял. А Сенсу это как? Вроде он не к каменному относится. О, Эконс. Да, заменю.
против Эконса. Так, яд не очень. Пиджи пусть попробует. А, Пиджи сдыхает уже, я что-то не посмотрел. Способностью запугивания. Ладно, тогда выходи. Нидоран, во. Так, ветохват. Так, давай-ка выпад. А, вообще не фиг... А, это против меня неэффективно было. Ну давай, еще выпад. О, нет. Нет, нет, нет. Линканина покемонов, я тоже хочу сыграть. В смысле, где скачал? Gladiator.ru. Так. Меняю. А, не может быть отозван, потому что связан. Ладно, тогда на тебе два пинка. Что-то слабовато, да. Сейчас он меня, по-моему, заовнит. Ну попробую выпад еще. О, отлично. Пиджи 14 уровня. Не может быть. Так. Я же могу вернуться, да, в покецентр? Так, да, вылечим. Отлично. Так, сколько я уже троих, да, по-моему, прошел. Ага. Я четвертая к бою. Релли. Ага, Нидоран, 16 уровня. Ну да, я думаю, Чермилин это хороший выбор относительно. Мега коготь. Ну, испепелим углями. Неплохо, 205 опыта. Еще Нидоран? Да, заменю. Надо кто-нибудь, чтобы еще побился. Монбедрила пусть. Эконца не буду, потому что сдохнет сразу. Надо будет его на каких-то обычных там диких тренировать. А, это Нидоран. Так, подожди. 16 уровня. Ну ладно, наскок попробуем. О. Всего два раза. Попробовать отравить. Критический удар. Давай-ка еще попробуем. Не, ладно, наверное, не получится отравить, наверное. Хотя он так мало тратит, что я могу еще пробовать. Так, еще жало.
Ладно, последний раз жал и выбираю другого. Так. Ладно, выходи, Нидоран. А у меня-то Нидоран ядовитый покемон. Да ладно. Выпуск. А против него выпад довольно эффективно. Ну, в принципе, нормально. Вообще он выше на 2 уровня. У меня не ругал. А, у меня нет антивируса. Ну, встроенный виндовый, по крайней мере, ничего не сказал. Так, Релли. Убеждена, вот и все. Так, ну ладно, дальше. Ладно, я пятый, я тебя остановлю. Посмотрим, что у тебя есть. Итан. Манки. Серьезно. Угли. 18 уровня. Ваншотом. Просто сгорел Манки. Чермиллион 21 уровня. И все, у него один покемон? Да, не слабо. 360 рублей. Так. Поздравляю, тебе удалось победить 5 наших тренеров. Позволь вручить тебе приз. Самородок от загадочного тренера. Чего в нем такого загадочного? Между прочим, ты не желаешь вступить в команду Ракета? Мы профессиональная преступная группа, специализирующаяся на покемонах. Присоединишься? Нет? Точно? А где выбор? Может, я хочу да сказать. Я попробую переубедить тебя. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ну, я понимаю, ну... С опытом, наверное, приходит. Рифтаман. Так, рядовой. Эконс. 15 уровня. Нет, Чермиллион не будет сражаться. Фиджи пойдет. Быстрый удар. Нормально, сойдет. А Эконс еще и промахивается. Быстрый удар. Захват. Промахивается. Быстрый удар. Быстрый. Ну и все, быстро добил. Зубат. Нет, не хочу сменить. Интересно, какого уровня у него зубат? 15-го. Ну, посмотрим. Вихрь. Ультразвук. Сходит с ума. Что за прикол? Вихрь. А. Ладно. А сменить можно? Не понял. Не понял. Он же вроде еще там в замешательстве был или что? Так, ладно, побежденный, хорошо. А, неплохо. 480 рублей отжали у них. Твой талант мог бы сделать тебя боссом команды R. Подумай об этом, такой шанс опадает раз в жизни. Ну, не, я по гайдам не хочу. Ну, в принципе, если кто-то в чате подсказывает, это ладно. А самому что-то смотреть, ну, как-то не хочу. Я видел отсюда твои битвы. Ш.
Шейн. Давай посмотрим, ратата. Так. Ну ладно, давай углям его. А, ну и как тем. Эконс, да, хочу заменить. А, пусть Бедрилла выходит. Жало. А, ядовитый покемон, понятно. Давай тоже. Отдыхай. Наскок. Не очень понятно. Зато он меня травить не может. Ну ладно, пусть Пиджи тогда выходит. Ого. Ну да, FF она такая. Особенно на стриме, представляю. О, я закрабил. Нидоран тогда. Выпад. Еще выпад. Бедрилла 14 уровня. Не ожидал. Так, тут я могу вернуться в лунную пещеру, да, или нет? Катерпи. А может мне Катерпи поймать? Да, надо поймать Катерпи. Просто для коллекции. Так, тогда нужно кого-то слабого, Эконса выберу. И Катерпи, кстати, травяной, да? А, в этих кустах водишь водится, понял. Ну, у меня не один покебол, так что норм. Жало. А, это жук. Интересно, поймается? Просто я еще одним ударом его убью. Все. Катерпи, гусеничный покемон. Покрыт зеленой кожей. Развиваясь, Катерпи сбрасывает кожу, покрывается шелком и становится коконом. Катерпи кличку нет. Ладно, ищем модиша. Так, нет, этот у меня есть уже. Ну давай просто его сиперим и все, по-быстрому. Так, где уйдешь? О, ловлю, по-любому. Дикий абр, ничего себе. Надеюсь, я его не убью когтями. Ну почему? Я не думал, что он такой слабый. Вроде 10 уровня. Почему не поймаю? Вот он, вот он, вот он. Так. Меняю покемона на Эконса. Ходишь с 13 уровня, неплохо так.
А, жало. Ого, как слабо. Захват. Не, надо что-то чуть посильнее все-таки взять. Но только не огонь, потому что, наверное, одним ударом уже. Понятно. Ну, не, ратата его убьет. Ну, не знаю, Нидоран попробует пусть. Так. Выпад. Попробовать уже поймать, наверное, надо. Попробуй поймать. Мне, может, кажется, вылетит, да? Да. Ой, мне кажется, убью его случайно. Два пинка. Не, ладно, выпад попробую. Отлично. А, так покебол-то израсходовался? А я думал, он не расходуется, если не поймал. В принципе, Одиша вкачивать тогда недолго. Одиш – цветочный покемон. Биологическое название – Одиум Вандерус. Говорят, по ночам он проходит на своих корнях до 1000 футов. Так. Тут что? Флирт. Иду, беру Одиша и докачиваю. Не вопрос. Пока била. Двигать покемона. Так. Так, у меня два ядовитых. Ну, Бедрила уже эволюционировала, в принципе. По-моему, уже это максимальная форма, да? Так что, в принципе, я думаю, можно оставить. А я конца буду вкачивать. Так, а Одиша беру. А. Так. И давай вылечи все. Да, 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 точно. А, чё приманивание делает? Позвать дикого покемона? Так, сохранюсь тут. Так, куда мне качаться, идти сюда куда-нибудь? А, вот эти же тоже будут, да, со мной биться? Ну вот. Я только что вернулся из пещеры под Лунной горой. Отлично, я тоже. В
Франклин. Мачоп? О. Оля сейчас. Не знаю. Дренаж. А, просто менять, ну ладно. Да ладно, по-моему, вполне эффективно. Ну ладно, в принципе. Пусть вон Эконс тоже попробует. Не очень эффективно. Жало. Готовность. Сосредотачивается. Все, ультанет. О, промахнулся. Жало. Понятно, неэффективно. Ладно, пусть еще кто-нибудь. Пиджа. Быстрый удар. Ого. Понятно. Ра-та-та тогда. Гиперукус. Все, вот это было эффективно. Джадут. Ты говоришь против каменных, да, в этот Одиш? Попробуем Одиша. Приманивание. А что делает приманивание? А, ловкость снизилась. Так, главное, чтобы он еще не убил Одиша. Дренаж. О, так эффективно. Ничего себе, почему так эффективно-то? Одиш 14 уровня. О, выучивать отравление. Хорошая работа. 540 рублей, неплохо. Но с деньгами, я так понял, в принципе, особой проблемы нету тут. Здесь практикуются местные тренеры. Так, джим. Давай, ра-та-та. 15 уровня. Ну, Одиш неэффективен, но пусть попробует отравление. Промахивается. Еще раз. Отравил. Ну все, пусть тогда там Эконс теперь пробует. Ой. А, Эконс же подыхает. Почему я на здоровье не смотрю, когда выбираю? Ну, так я это и покупаю. Не велосипед же мне за миллион покупать. А, так. Ну ладно, пусть Нидоран выходит. Выпад. Ого. Неплохо, неплохо. Так, гиперукус. Ну я вроде ходил, я ходил по всем домам до того, как перезагрузился. Ну надо еще раз пройтись тогда.
Спиро? Да нет, не буду менять. А, нет, буду менять, потому что... Не, ладно, ударю хотя бы раз. Гиперукус. Мне же надо отдыша включить. Промахивается. Быстрый удар. Неплохо. А, не в этом городе, ну ладно. Просто я подумал, раз велосипед здесь, то значит и получать его здесь надо. Ну вот ж. Ну ладно, все равно это его последний покемон. Пусть уж Чермилин-то зарабатывает. Ты явно профи. Ну да, конечно. Сейчас в покецентр сбегаю. Да, давай вылечим. Так, осталось еще два уровня Одиша. Так, с кем это? Ты только с одним тут сразился, да? Ну, а ты? У всех покемонов есть слабости, даже у самых сильных покемонов. Нужно выращивать покемонов различных типов. Я думал, он тоже драться будет со мной. Идешь к дому Билла, сперва сразись со мной. Уэйн. Оникс. О, ну это водишь точно. Зарешает. Дренаж. Отлично. Дренаж. Ну и все. Практически полное здоровье. Оникс повержен. Ого, так опыта много даже. 15 уровень одишь. Ну-ну. 612 рублей, да я сейчас закуплюсь кучу зелий там. Мы с папой едем в круиз на Святой Анне из города Вермильон. Дэн. Давай, Дэн. Слоупок? Ну ладно, какую-нибудь одну отравление попробую. Главное, чтобы он сейчас не порешал одиша одним мутаром. Отравлен, отлично. Нормально. Эконс. Ну ладно, все равно надо прокачивать Эконса тоже. К тому же у Слоупока довольно сильные атаки, в принципе. Жало. Смятение. Ого. Ну вот видишь, Одиш бы сейчас... Не смог бы. Даже не знаю, не буду выбирать Одиша, а то вдруг он сейчас тоже ляжет. А так он опыт получит. Вихрь. Да, смятение довольно сильное атака.
Быстрый удар. Быстрый удар. Так, повержен. О, Пиджи 15 уровня. Я не псих. Это к чему было сказано? У меня классный парень. Полезная информация. Келси. Нидоран 15 уровня. Дренаж. Неэффективно, ну понятно. Ну ладно, главное, чтобы опыт получил. Так, Нидоран. Ну, Пиджи пусть. Быстрый удар. Понятно. Ротата. Неплохо. Сейчас ротата ляжет. Гиперукус. Не ляжет. Еще Нидоран? Да, заменить надо по-любому. Пусть тоже Нидоран выходит. Правда, всего лишь 14 уровня. Готовность. Выпад. Нормально. Выпад. Постамап у Нидорана. Так, выпад. Ну, я думаю, выпадами, в общем, забью его. Так и снизил. Ну да, один удар остался. Готов. Нидоран 15 уровня, отлично. Я сейчас не в лучшей форме. Так, по-моему, у меня уже все покемоны потрепанные, да? Кроме Чармелиона. А, ну и Нидоран еще норм. Ладно, я думаю, пойду, надо это... освежиться. Лечить. Ну, класс, так отнес, все, все здоровы, все полны сил. Ой. Даже кормить не надо. Так, кто тут остался? С тобой только что сражался? А, и с тобой. Вот. Я видел коллекцию покемоньяка. Ноб. Джадут, ну, Одиш порешает.
Все, ваншот. Оди 16 уровня. Оди выучивает столбняк. Это круто. Джадуда выпустит? Нет, не хочу заменить. Дренаж. Вот так вот. Еще Джадуд? Нет, не хочу заменить. Сейчас, по-моему, 17 уровень возьму. Дренаж. Так. Не, не хватило. Мачоп. Нет, не хочу заменить. Ну вот против мачопа уже так не сработает, но все равно. Ну-ка, столбняк. Парализован. Отлично. А как же он удар-то наносит? Дренаж. Готовность. Так, дренаж. В принципе, я думаю, добью тогда. Карате. Дренаж. А, слабый статус вообще. Тем не менее, когда моего покемона парализуют, то, по-моему, я не могу ничего делать. Одиш 17 уровня. Ты хорошо сражаешься, молодец. Я думаю, с этим тоже-то сражусь. И потом уже на стадион пойду. Я крутой, у меня есть подружка. Прикольно. Флинт. Ратата. Не знаю, Одиш справится, нет. Отравление. Отравил. Ну, круто. Ну-ка, дренаж. Гиперукус, это больно. Ой-ой-ой, очень больно. Не, все, хватит, наверное, Одиша. Хотя, возможно, он одним ударом бы уже добил. Ну ладно, не буду рисковать. О, Неконс пусть выходит. Ну как не могу я конца прокачать, он постоянно вздыхает. Она. Вот так. Захват. Промахивается. Ловкость слишком высокая, да? Вот это так. Да... Опять я конструктор. Ой, какой же он не очень. Пиджа. Да он сейчас от яда сдохнет, ратата этот. Да. Эконса выпускает? Не, не буду заменять. Да, такой будет дом. Ну, классно. Вихрь. А, быстрый удар.
ходишь. Дренаж. Два всего пополнила. Еще дренаж. Вроде, в принципе, он тратит. Ну, нормально. Еще один и все. Не убьет же меня с одного удара. Дренаж. Все. Все. Черт. Че тут прячешь? ТМ-43 секрет. Так, контейнер. В зависимости от типа поля могут появиться новые эффекты. Что за типа поля? Не очень понял вообще. Флирт. Заигрывать врагом. Враг другого пола может побиться. Лоу. Что там дальше, уже все, да? Что этот просто разговаривать будет? А, драться? Я знаю, что должен с тобой сразиться. Ладно, я же хотел на стадион идти. Чет. Ладно, у него всего лишь только один Эконс. Дренаж. Ну, Эконс 14 уровня, неплохо. А, зайди в дом Билла, ладно. Отравление. А, какое отравление на Эконса? Туплю. Да, вообще не уязвим. А забыл приманивание? А, нет, это ерунда какая-то. Ладно, дренаж тогда. Так, а, Эконс в пауте. Ну ладно, Пиджи пусть выйдет. Тем более Эконс, по-моему, не может Пиджи захватить в объятия. Либо, по крайней мере, не сразу. Быстрый удар. Быстрый удар. Так, Сеншу. Да, против Сеншу, возможно, Одиш, да, будет эффективен. Или он же как-то полукаменный вроде. Посмотрим, дренаж. Вполне. Готов. Одиш 18 уровня. О, усыпление. Заменить. Да, заменить. Итак. Приманивать. Пудить притягивающий аромат. Снижает ловкость врага. Ну, я думаю, приманивание заменить. Столбняк, в принципе, я думаю, более-менее полезно. А приманивание снижает ловкость. Не знаю даже.
Да, я думаю, наверное, приманивание заменю. Один, два и вуаля. Одиш забывает приманивание. И Одиш выучивает усыпление. Я знал, что проиграю. Ладно, говоришь, в дом Билла зайти? Зайду. Еще тут сразиться, наверное, придется. У моего друга много покемонов, я ему завидую. А у тебя что, мало? Хейли. Одиш? Одиш против Одиша, но мой, мягко говоря, сильнее. Что против него подействует? Усыпление? Подействовал. Дренаж. Критические удары потратил вообще чуть-чуть. Ну понятно. Пусть Пиджа атакует. Уже просыпается. Быстро он проснулся. Быстрый удар. Так. Вихрь. Отлично. Тоже Пиджа? Ну-ка, ну-ка, какого уровня? 13-го. Ну чё, справимся. Быстрый удар. Хо-хо. Да. Вполне неплохо, по-моему. Быстрый удар. Пиджа 16-го уровня. Отлично. Опять Одиш? Нет, не заменит. А, вообще-то у него здоровья мало осталось. Ну ладно, быстрый удар. Так, выпущу Одиша для прокачки. Так, давай-ка ты спи. Промахивается. А его отравить-то можно или нет? Или бесполезно? А, да, неуязвим. Давай дренаж. И меняю после этого. Тоже дренаж. Смысл вообще компенсировал. Ну, давай обратно. А, не, Пиджа слабоват. Ну ладно, пусть Нидоран выйдет. Критический удар. Да это вообще ничего. Это выпад. Что там этот куст пнуть? Выпад. Очень эффективно. Все опыта набирают. Я не завистница. Ну ладно, видимо, дом Билла. Морской коттедж, здесь живет Билл. О, это... В
это после Джиглипуфа, да, высшая форма? А, Клав, я покемон. Нет-нет, я Билл, я обыкновенный покемоньяк. Эй, что за недоверчивый взгляд? Я не разыгрываю тебя, я проводил эксперимент и соединился с покемоном. Что смотришь, помоги мне это исправить. Ок. Я сейчас зайду в телепортер, а ты запусти на моем компьютере систему разделения ячейки. А где твой комп? А, вон он стоит. А я могу зайти в телепорт? Ну ладно. Какой телепорт, а на чем вообще? Так, я же запускаю систему разделения ячейки. Спасибо, братан, я твой должник. Ты пришел посмотреть на мою коллекцию покемонов? Нет? Странно. Я должен отблагодарить тебя. О, вот это вполне подойдет. Билет в круиз от Билла. Ага. Круизный пароход Святая Анна стоит в порту Вермиллиона. На борту будет много тренеров покемонов. Они звали меня с собой, но у меня морская болезнь. Почему бы тебе не поехать вместо меня? Повеселись там как следует. Ладно, только мне вначале надо победить Мисти в Церулине. А вы чё, ребята? Этот мыс знаменит. Мисти, лидер стадиона, часто тренируется здесь. Ты здесь в одиночестве? На мысе Церулина обычно гуляют парами. Ок. Пошли. А по нижней тропинке, да, имеет, наверное, смысл дойти. Надеюсь, не тупик. А, нормально. Так. О, ты отошел? Этот дом недавно ограбили. Очевидно, что за эти преступления стоит команда R. На поимку воров грош лучшая сила полиции. Сейчас я в покет-центр схожу, потом разберусь с этим вором. А потом уже там на стадион. Так. А, тут нельзя обойти. Ой. Команда R копает тоннели зла. Тут налицо все признаки недавнего ограбления. Ну да, да, да. Понятно. Команда R, проклятые бандиты. Смотри, во что они превратили мой дом. Они украли мои ТМ и научили своих покемонов копать норы. Я хотел применить те ТМ на своих Манки и Сэншу. А, уже не важно. Привет. Эй, стой! Чего тебе здесь надо? Что? Я? Я просто случайный прохожий. Ты не веришь мне? Ну, вообще нет. Ты выглядишь как команда R. Ну, в смысле, чем команда R? Ракетный рядовой? Мочок? Ну, можно один раз дренажить против него. А, вполне эффективно. Можно тогда его усыпить еще. Ага, спит. Теперь дренаж. Еще дренаж. М-
Ну все, он заснул и не проснулся. Точнее, проснется в покецентре. Ого, сколько опыта, нормально. Броузи? Это же этот... Ну, короче, блин, психический, да? Да. Усыпить его вряд ли, наверное, можно. Дренаж? Я даже не знаю, как против него подействовать. Будешь замирать от страха? Дренаж. Смятение. Ой-ой-ой, надо менять. Менять, менять. Ну, вполне эффективно, но тем не менее. Эконс даже не буду пробовать. Пиджа. Попробую. Быстрый удар. Запрещено использовать быстрый удар. Вихрь. Смятение. Ну, вихрь не порешает. Стой, я сдаюсь, дай мне уйти. Не-не-не, куда уйти-то, чё? Ладно, я верну украденную ТМ. ТМ-28 получил. Мне пора, чао-какао. Так, тут есть чё? Так-так-так. Деревце. Ладно, ладно, я понял. Тут куча всего, это потом, видимо. Просто спрыгиваю. А, не-не-не, надо отдать этому. Что было, то прошло. Я решил обучать диглетов подкопы без ТМ. А я тебе вообще-то отдать хотел. Ну ладно. Что-то они какие-то вообще не очень. Тоннели копать, я так понимаю, я никого не могу обучить. Подкоп. Ну да, у меня земляных-то нету. А, это та-та я не до... А, да у меня почти все могут. Эконса тогда научить? Да, наверное, Эконса можно обучить. Вот, хоть чтобы одна была более-менее атака. Так. А, она всего лишь снижает скорость. А, нет, это про саркофаг. А этот подкоп что-то другое делает. Сохранить. А, нет, надо еще раз зайти в центр. Чтобы уж идти к Мисте по всеоружию. Много слишком диалогов в покецентре нет, чтобы просто там одной фразой все сказать и все. Сохранить, да. Ну все, пошли. Еще с тобой сражаться? Сперва отдали меня к бою. Луис. Корси? Так, Одиш, дренаж. Нормально. Ну да, Рифтаман, ты был прав. По поводу водных. Что быстро дым делает? А, меткость снизилась.
неплохо, Одиш промахивается. Еще дренаж. Да, он теперь промахивается. Ладно, контрольный. А, он еще метку снизит, ну все, он не выпадет. Придется менять. А, попал? Ну ладно. Одиш 19 уровня. А вон там, допустим, чуть не заметил. Ладно, не буду менять. А, Шелдер. Дренаж. Вот сколько ударов. Супер эффективно, да я бы не сказал, если честно. Вот это вот было супер эффективно. Еще дренаж. Вот это и то было эффективней. Все, Луис побежден. Невозможно. И всего 64 рубля. Я думаю, сразу пойду к Мисте. А, еще с этим поговорить. Что? Ты? Докажи, что ты стоишь того, чтобы Мисте тратила на тебя время. Видишь, что я такой? Диана. Голден. 19 уровня Голден, ладно, дренаж. Ну, больше половины. А, у себя почти полностью восстановил. Дренаж. Добьет, добил. Одиш 20 уровня. Нормально вообще вкачался. Что ж, не дурно. Да, классно то, что по сути Одиш-то даже не потратил здоровья. Потому что он дренаж он восполняет, и все круто. Привет, новичок! Только тренеры с собственным подходом к покемонам могут стать профессионалами. Как именно ты ловишь и тренируешь покемонов? Мой подход — это яростная атака покемонами водяного типа. Давай, яростно атакуй. Мисте хочет сразиться. Старью. 18 уровня, кто говорил про 20? Дренаж. Крепко. Еще дренаж. Ну а смысл? У меня полное здоровье. Третий дренаж. Ух ты! Они лечиться умеют. Ну и ничего страшного. Дренаж. А, что дренаж-то закончится? Я об этом-то не подумал. Дренаж-то закончится. Отравление. Так. Отравлен. И все, старый сливается. 408 очков опыта. Стармия. Нет, не хочу заменять покемона. Одиш затащит. Стармия 21-го. Вот это вот уже серьезно. Дренаж.
звездопад. Да, крепкая стармия. Дренаж. Да-да-да, не выдержит отдыш, придется зелье тоже принимать. Дренаж. Ух ты же, не-не-не-не. Все-все-все, зелье. А, усыплять? Да, не догадался. Все равно сейчас зелье. Это супер, как там его? Супер зелье, 50 восстанавливаешь. Точно усыпить надо. Усыпление. Промахивается. Усыпление. Не, ну еще, конечно, я другим покемоном его свалю, но хотелось бы одишем, конечно. Давай, дрен. Да ну куда? Я не то нажал. О-о-о. Дренаж. Супер эффективно. Если он выполнит звездомет, это сделает, то и потрачено будет. Дренаж. Ой-ой-ой. Все, да? Ну ладно, ладно, придется другим. Ну ладно, это же не проигрыш, в принципе. Я думаю, даже Экон справится. Хотя. Подкоп. Подкоп на ботном стадионе, да? Not bad. Жало. Ну понятно, не справится. Я думал, одной атаки хватит. Ну ладно. Пиджа. Быстрый удар. Все. $931 дали, вот повезло Пиджа. 17 уровня. Ох, 18 уровня. Да, просто подфартило Пиджа. Вау, у тебя есть потенциал. Хорошо. За победу в этом поединке держи водяной значок. Эш получает водяной значок от Мисти. Да, без одиша я бы не затащил.